Наконец-то мы на пляже. Время 4 вечера. Тучи все так же бродят. Дождик немножко подкапывает, и это хорошо. Кстати, чтобы зайти на пляж, нужно заплатить $5, чтобы просто искупаться в море. Оказывается, пляж принадлежит гостинице. Но зато можно вещи сложить, зато можно ноги помыть после моря. Ну и вообще удобно. Лежаки. Там можно на бананах покататься. Идем водичку пробовать. Холодная! 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 Я бы сейчас до того острова поплыла бы. For me, Mrs. Kensington. You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Мы после моря пришли в бассейн. Вот тут вот прям при гостинице. Ну, а как заплатили, все теперь. Ну, потому что море, оно соленое. А тут прям можно ополоснуться. О, кто же там брызгает, какой-то дельфин. Ой, интересно, как я за... Ой, все, я рассеклась, конечно. Но ничего, зато довольная. Вот, так что вот так это. Надо снять кадры, типа мы прогуливаемся по ночной Окинаве, но я сейчас кругов, ну, 3 наверну немножко, ну, чтоб так.
Доброе утро! Это наш третий день, и мы решили поплыть на красивые острова. По-моему, остров называется Замами. Да, мы сейчас на корабле, ждем отправления. Вот такие красивые виды у нас с корабля. Сейчас мы определимся, где нам сесть. Можно даже полежать, можно и посидеть. Сейчас посмотрим. Тут первый этаж, второй этаж есть. Надеюсь, у нас не будет морской болезни, ведь плыть до острова 2 часа. Мы взяли водички. Если что, будем за борт. Вот так внутри у нас. Мы сели на первые места. Но тут стена, тут не видно, что и как. Но я думаю, он так будет двигаться-то. Это не задница, нет? Жди нас, остров, жди. Да, мы начали движение. Идет разворот, 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 разворот. Класс. Пойдем немножко на улицу. Я сниму вот так. Ha ha ha!
утра. Ну и настоялась я. И как такое расчесывать? Красотка. Очень сексуально так прям. Ветер сильный. До невозможности. Интересно, на острове будет такой же ветер сильный? Если такой же ветер, то я замерзну в этом тонком платьице-то. Что-то я как-то посмотрела, они там все в кофтах ходят. Я одна в легком и без штанишек. Задувает. Это мы подсоединяемся, да? Но это не наш выход. Ака, Исланд. Наш план. Это так называется. Мы вот здесь сейчас. Итак, мы должны пройти вот сюда. Бич. Тут должны быть синие воды. Да. Так пойдемте же, друзья. Нет. А что пешком-то ходить? Можно и на машине покататься по острову.
А чё? Один раз живем. Мы думали, что это ананас. Но потом мы спросили. Это просто как украшение. Даже это и не едят совсем на Окинаве. Это несъедобное. Вон, на той. Ага. О. Может быть. Я тут одна осталась. Спасите, помогите. Я хочу на море. Гляньте, тут какая чаща. Окинавская. С привидениями. Меня зажали и не выпускают. Сказали, ты очень красивая. Причесанная. Женщина. Выпустите меня отсюда. Дайте я выйду, а? Такая маленькая. Ехать страшно. И там лес, и тут лес. А когда будет море-то? Дайте мне море, дайте мне море, дайте мне море.